apungkana. Dada apungkana minani. Even me, I want to try this. Oh! Yes. Asia, Africa, Europa, Австралия, Северная Америка, Южная Америка, добро пожаловать в Замбию. Если вы новые на этот канал, не забудьте подписаться. А если вы новые, если вы вернулись, я хочу сказать спасибо большое за то, что вы всегда смотрите мои видос. Ассаламу алейкум, здравствуйте, ни хао, бонжур. И это Матиус. Сегодняшнее видео у нас будет маленький тур по самым современным торговым центрам, которые у нас есть в Замбии. В городе называется Лусака, потому что многие они спрашивают, если есть у нас современные торговые центры и какие магазинчики можно найти. Напротив торговый центр есть это маленький мост. И так выглядит. Это единственный торговый центр в Замбии, который есть фонтан. И где вы можете найти фонтан. Очень-очень интересно. Я даже когда я видел, я просто был в шоке. И люди сюда, они приезжают, чтобы просто сфоткаться, потому что тут есть памятник наш первый президент Замбии. Откуда вы смотрите этот видос? Пишите в комментариях, я тоже попробовал вообще, потому что жизнь надо кайф от души. Пока есть возможность, надо кайфовать. Как тоже другие девчонки, они бегают сюда, туда, потому что мы живем один раз. Завтра, может быть, не наступит. Да, откуда вы ожидали видеть такой красивый торговый центр? Попозже или через несколько минут мы зайдем. Это вот наш первый президент Замбии, доктор Кеннет Каунда. Его памятник, как я сказал, что люди здесь, они приезжают, чтобы просто сфоткаться на этот памятник. Это самый огромный памятник, как я сказал, что тоже это единственный торговый центр, где вы можете найти фонтан в Замбии. И тут все очень чистенько, как на небесах вообще нету мусор, нету грязь, просто чисто, чисто. И сейчас мы зайдем, смотрим, что внутри есть. Россия, Беларусь, Киргизстан, Казахстан, Украина, Азербайджан, Эстония, Грузия, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Армения, Германия, США. Спасибо большое, что вы смотрите мои видео. И, конечно, тоже другие страны, которые не показывают в географии, что вы смотрите мои видео. Без вас, без меня, без вас я вообще не существую. Спасибо большое за поддержку. Спасибо большое, что вы пожертвуете на этот канал, потому что вы хотите, чтобы мой канал развивался. И я это очень-очень благодарен. И, конечно, есть эскалатор, который можно использовать. И теперь, какие магазинчики здесь можно найти? В принципе, можно здесь найти
все, что вы хотели бы покупать тут букет, цветочки. И здесь те, кто курят кальян, тоже есть маленькие сумочки и есть магазин Аладдин. Вот, очень интересно, даже не знал, что есть такой магазин. И что удивил меня, это туалет здесь в торговом центре просто очень чисто, даже как просто. Тут есть женский, те, кто есть дети, и мужской. Вот, очень-очень чисто и как в порту. Просто мне очень нравится, что наконец-то у нас такой торговый центр здесь, в Замбии. Like in Zambia, и даже есть гипермаркет, они продаются разные, ой, продукты. Yeah, there's a supermarket here. They sell different things, even potatoes here you can see, and most of the things are on discount. Мы еще на первом этаже. Кстати, это торговый центр, только есть два этажа. Здесь даже есть очень разные бренд, банкомат, ИТ-банк, и здесь тоже книги можно покупать. Вот Pick and Pay, это самый распространенный маркет, который у нас есть в Замбии. Это гипермаркет вообще есть везде по Замбии, и они продаются очень дешевый продукт, поэтому много людей они туда ходят. И у нас тут сейчас поднимаемся на втором этаже. Конечно, есть очень современный лестница. Чувствую сейчас, как просто я не в Замбии, как просто я в Европе. Поэтому, если вы смотрите этот видос и вы слышали, что в Африке практически ничего нету, то значит, это жизнь, все ваша жизнь бира ложь. У нас в Африке тут все есть, что в другие или в других страны есть. Поэтому я вам показываю, как мы здесь живем, как надо показывать, без какой-то негатива и так далее. Потому что блогер большинства они сюда приехали или приезжают и просто снимаю плохие места, плохие что-то случилось и так далее, а они снимают, что тут у нас есть. Вот, это тоже очень хорошая крыша, мне очень нравится дизайн, вообще шикарный, от души сделали это торговый центр. И даже если сами современные лифт. Вот мы сейчас спускаемся на первом этаже. Такой лифт можно вот здесь. Лифт есть, эскалатор есть. Я чувствую сейчас, как просто я в торговом центре в России, потому что много гулял по торговым центрам в России, именно в Якутии. Вы ожидали видеть такой торговый центр? И вы ожидали видеть, что у нас в Африке, именно в Замбии, есть торговый центр? Ну, конечно, не только в Замбии, и в другие страны тоже есть. Это парковка, очень современный, даже без опасности можно спокойно парковать свою машину. И под есть
парковка под землей вообще очень интересна. Я даже сам не знал. Это маленький тур по торговым центрам. Сами современные, сами удобные, сами уютненькие торговые центры. Вот очень огромные вообще достаточно пространство, где можно парковать. Что еще надо в жизни? Хотя люди говорят, что в Африке там только рис, песок. На самом деле не так все тут есть. Поэтому, если у вас есть желание приезжать сюда, я официально, как всегда, вас приглашаю. Кстати, у нас в Замбии тут дадут визу пребывания в Замбии, и стоит $25, если я не ошибаюсь. А если у вас детишки, это дети будет бесплатно. Это один факт. Я гулял по разным торговым центрам здесь в Замбии, потому что у нас больше, наверное, 200. А это вообще очень уютненько. Почему я так говорю? Потому что есть фонтана. Вообще шикарный фонтан. Можно там бегать сюда, туда. И еще есть под землей парковка. Вот что самое интересное. И тут есть, короче, первый ряд, второй, третий и четвертый. Посмотрите, я просто сам в шоке. Я хочу поблагодарить все, которые мне пишут слова поддержки. Это, конечно, тоже мотивация, чтобы дальше снимать видос, чтобы дальше вам показать, как мы здесь живем. И те, кто жертвует, чтобы я куда-то поехал и снимать, я говорю спасибо большое. Без вас, без меня, без вас, без Замбия. Спасибо большое. И я не перестану говорить спасибо, потому что я даже не ожидал, что через 6 месяцев или через 4 месяца у меня будет больше 200 тысяч подписчиков. Вы это сделали. Благодарю за поддержку. Конечно, я с братом. Вот мы всегда снимаем блог. Он ведет блог на английском. Спасибо большое за просмотр. Увидимся в следующем видос. Это был Матиус из Замбии. Пока-пока. Goodbye. Yes. For everything. Yes, because here, it's not a big deal.